две молитвы. Два человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень довольный молитвой своей. Боже, в храм пришел я твой, посмотри-ка я какой. Все заслуги знаешь ты, соблюдаю я посты. Десятину отдаю, деньги бедным раздаю. Не грабитель, не злодей, словом, лучше всех людей, а не так, как этот мытарь. Слышишь, как хвалит себя фарисей, Богу не нужно хвастливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взора не смеет небо поднять. Плачет и в грудь ударяет себя, просит у Бога прощения, скорбя. Боже, в храм пришел я твой, ты прости, что я такой. Все пороки знаешь ты, я не соблюдал посты, десятину не давал, ничего не раздавал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Просит и плачет, бья себя в грудь. Боже, ты грешнику милостив будь. Слышишь, как мытарь прощения простил? Бог его принял, охотно простил. Лучше и ты никогда не хвались, а провинился, пойди помолись. Аминь.